Опасаются за жизнь и горожане, не пользующиеся услугами Саравия. В центре города на Большой Казачьей рушится памятник архитектуры. Обрушение части фасада жилого дома произошло утром, когда горожане спешили на работу. На асфальт возле магазина, расположенного в доме, упали фрагменты лепнины. Часть до сих пор висит в воздухе. В результате ЧП никто не пострадал. Памятник архитектуры обслуживает управляющая компания «Жилстройсервис». После случившегося сотрудники оцепили место происшествия заградительной лентой, чтобы избежать несчастных случаев. Однако горожане игнорируют запрет, проходят под лентами, рискуя получить увечья. Напомним, это уже не первое обрушение в жилом доме номер 100. Подобный случай произошел в сентябре прошлого года. Со здания также отвалилась часть фасада. Никаких мер по реконструкции памятника не принято до сих пор. Тоже вот с этой стороны вот у нас от крыльца, от магазина, тоже падало неоднократно. Там прям большие куски с анкерами. Вот также жаловались, приезжали от них машины с вышки. Вот, приезжали, они там что-то отбивали и потом уехали. Неоднократно жаловались, писали в ЖЭО, вот, в ЖЭО управление. Вот. Ну, никаких действий нету.